Привет, комрады! Мы находимся сейчас в Рязанской области. Буквально сейчас будем переезжать через реку Аку, в том месте, где находилась Рязань до того, как ее сожгли татары-монголы. А едем мы в этот раз, в очередной раз, на Северный Кавказ, в республику Северная Осетия, Алания. И наш путь лежит через Рязанскую, Пензенскую, Саратовскую, Волгоградскую области, республику Калмыкию и Ставропольский край. Погнали! Сделаю небольшую остановку на Старой Рязани. Надежда увлеченно занимается макросъемкой. И что хотелось бы сказать? А то место, где сейчас находится Рязань, это не совсем Рязань. Точнее, я бы даже сказал, это совсем не Рязань. Это город, который раньше назывался Переславль-Рязанский, куда было решено перенести столицу Рязанского княжества после того, как ее сожгли татаро-монголы. А непосредственно сама Старая Рязань находится в 50 километрах от нынешней, через реку от города Спасск-Рязанский, где мы, собственно, сегодня и переночевали. Непосредственно о городе Спасск-Рязанский и Спасском районе я обязательно как-нибудь делаю отдельное видео. А пока вот так вот мы здесь оказались проездом, но не могли не уделить несколько минут этому такому, так сказать, значимому месту. Проехали порядка 800 километров и доехали до города Саратов. Смотреть нам его особо не удалось. Ну, на первый взгляд, город довольно провинциальный. Единственное, что проехали через мост до города Энгельса. Мы решили ехать обратно уже в сторону следующей достопримечательности Саратовской области, а не позже. Но при выезде из города увидели довольно-таки приятное для обзора место, откуда открывается панорамный вид на город Саратов. Мы преодолели порядка 1000 километров в общей сложности. Заехали в Саратов. И после Саратова отправились в место, собственно, из которого мы поехали через Саратов и сделали крюк в 200 километров, чтобы добраться до Северной Осетии. А место это находится на границе Саратовской и Волгоградской областей и называется утес Степана Разина, что рядом с селом Белогорское. Чтобы добраться до утеса Степана Разина, нужно свернуть с трассы, доехать до села Белогорского под 12 километров по дороге ужаснейшего качества. Доехав до села, непосредственно в самом начале нужно брать правее и проехать мимо здания клуба. Ну, его можно узнать по очертаниям церкви, которая здесь была раньше. И по дороге непосредственно можно будет попасть на утес. Подъезжая непосредственно уже к утесу Степана Разина. Ушел. А подъезжая к утесу Степана Разина, у дороги мы заметили какое-то животное. И по всей видимости, это был суслик. Но при ближайшем рассмотрении он убежал. А в этих норах обитает суслик.
И как вы можете видеть, он здесь еще и срет. Кстати, помимо суслика, по дороге на утес можно встретить, например, стадо косуль. Переночевали на утесе, так как вчера приехали уже, в принципе, уже поздновато, и решили дальше никуда не ехать. Место действительно очень красивое. А здесь берег над Волгой возвышается на высоту 35-40 метров. Причем возраст пород верхних 20 метров около 90 миллионов лет. А слоев, которые под ними, 100 миллионов лет. Здесь также находится Дурман-гора, которая возвышается на 186 метров. И также утес примечателен тем, что, видимо, здесь как раз располагался военный лагерь, в котором руководил атаман Степан Разин и нападал на купеческие суда. Время освоения данного района относится к бронзовому веку. Также есть свидетельство деятельности человека здесь во время времена Большой Орды. Кстати, перед Дурман-горой находится невольничий овраг, куда якобы Стенька Разин бросал своих пленников, которые там заболевали в течение одной ночи или сходили с ума. Есть научное обоснование данного факта, так как здесь во время исследований была обнаружена высокая электромагнитная активность. Первая фотография данного места датируется аж 1894 годом. По всей видимости, именно в этом месте Степан Разин утопил персидскую княжну. Существует множество легенд о данном месте. Некоторые из них
носит, там, скажем, паранормальный характер, ну, что связано, опять же, с электромагнитной активностью. По одной из легенд, призрак Степана Разина являлся жителем местных сел в разных обличьях. Один случай был записан в 1907 году, со слов местного дровосека. Об этом случае ему поведал его отец. Однажды в сильную вьюгу ему встретился старец в лохмотьях, но который отказался от теплого ночлега со словами: «Стенька Разин я, великий грешник, и должен скитаться еще 70 лет. Скажи всем людям, немцам и русским, чтобы жили в мире». Еще одна легенда рассказывает, что в ненастную погоду двумя крестьянами был встретен парень с девушкой и с ребенком. Тот договорился с ними, что они переправят его через реку. Когда они переправлялись, мужчина приказал женщине выбросить ребенка за борт. Она отказалась, и он бросился на нее с ножом. Но один крестьянин быстро среагировал и убил парня веслом. Этот парень оказался одним из исаулов Степана Разина, и при нем была с собой колдовая грамота. Буквально на следующий день крестьяне решили выкопать клад, но стали происходить различные паранормальные явления. А на следующий день клада на месте уже не было. Другая легенда гласит о том, что два бурлака, забравшись на утес, увидели в земле дверь. Они ее открыли и прошли в помещение, в котором находился кованый гроб, висела икона в драгоценной оправе, стояло множество бочек с золотом. Один из них взял молот, лежавший рядом, сбил оковы с гроба, из которого встала ожившая Марина Мнишек. А покуда спим под трухлявым пнем, а покуда во землю да грязь жуем. Васильком расцвела, да завяла, несуразная наша судьбина. А покуда птица летала, да покуда песни молчали, чертили круг, а покуда во землю пахали, да покуда во сердце вбивали кол. Время только половина седьмого утра, жарит уже не по-детски. На самом деле очень жарко. Ну, что хотелось бы сказать о данном месте. Утес Степана Разина — место действительно очень красивое, впечатляющее. Здесь можно провести как минимум уикенд, но нам нужно ехать дальше. Сейчас мы проедем через Волгоградскую область, через Республику Калмыкию. Мы там, кстати, не так давно были. Сейчас сколько? 4 месяца назад. 4 месяца назад мы там были. В декабре, в общем, перед Новым годом. Я думаю, что увидимся мы уже в Северной Осетии.